Наконец-то я в сторис. Очень много дел сегодня, сами понимаете, скоро Новый год. Главная новость этого дня — у меня был первый урок по вождению. И у меня есть только один вопрос. Почему я этого не сделала раньше? Почему я раньше не села за руль? Это такое крутое ощущение свободы. У меня сегодня вообще не было паники, учитывая то, что первый урок состоялся в снежную погоду. Город просто занесен этим снегом, и я не сбила ни единой учебной фишки. Я думаю, что шанс есть, надежда есть, и я скоро буду в вашем клубе водителей. Я уставшая, но очень счастливая, потому что наконец-то я понимаю, куда же я буду собирать свой долгожданный чемодан. Мой долгожданный, полноценный отпуск впервые за 2 года, и он будет в январе. Поэтому на какое-то время мой Инстаграм превратится в travel-блог. Сегодня у меня состоялся второй урок вождения. Я в кайфе, я в полете, я в потоке, как модно говорить. И вопрос, который меня не покидает все это время, почему я раньше этого не сделала. Это настолько крутые ощущения. Теперь мечтаю поскорее сесть за руль своей машины. Благо, что она у меня есть. Просто все эти годы у меня был водитель. А тут мне захотелось сесть за руль самой.